Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет, и это продолжение FFA сериала Sid Meier's Civilization Beyond Earth. Я играю за Франко Иберию против пятерых соперников, и если вы не видели первую серию, смотрите не сначала, то рекомендую перейти именно к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Да, убили, эх. Ну, хорошо поработал. Ничего не скажу. Wir verfolgen viele Ziele. Vielleicht kannst du sie noch weiter voranbringen. Так, так что у меня там? Сотрудничество с Кирсаном и с Курдезазом. А какие у меня с ними договора? Производство при создании боевых юнитов и плюс 6 к дипломатическому капиталу столицы. Сделка. Geht es dir gut? Lass uns also reden. Так, торговый караван готов. Его надо из Просперите отправлять. Ну, тут обсерватория будет в тему. Да, надо фероксид построить пусковой комплекс в количестве одной штуки. Окей. И резервацию инопланетян. Так. Thank you.
Здесь надо перерабатывающую... Нет, лабораторию. Так, в столице можно пусковой комплекс построить тогда. А потом резервацию инопланетян. Фероксид, уже денежки требуются на содержание всего этого дела. Нету никаких инопланетян, да? Так, тут мы этот гриб активируем. Сколько там по квесту? 1 из 6. А, так я этот гриб могу еще. Ну это, блин, на территории... Либо один молоточек от клеточных инкубаторов, либо плюс 5% при создании боевых юнитов. Давайте лучше плюс 5% возьмем. Вы открыли жизненные фо... Так, резервация. Добавим в очередь резервацию инопланетян. Брать, наверное, вот это, потому что все-таки на культура моя способность.
каким-то образом до третьего уровня гармонии дошел. А, теперь следователи две экспедиции еще могут проводить. Построю, не знаю. Нехватка рабочих все-таки. Так, где-то тут еще было. Уже нету экспедиции. Была и сплыла. Так, надо с кем-то еще соглашение заключить, я думаю. Это умение действующее. Еще, видите, еще два соглашения, чтобы я процент к культуре народ, получал. Извините, я отвлеку вас глупым вопросом, народ, а вот эти вот
экспедиции, они заново появляются время от времени, или как это происходит? Если в город заведешь, он тебе обнулит количество экспедиций. Нет, а обнулит-то он обнулит модули, а я имею в виду сами вот эти вот раскопки, они появляются на карте? Нет, заново нет. Ну, по квесту только если. А, то есть когда квест дают, тогда появляются? Ну, это редко бывает, как бы это скорее уникальный случай. Понятно, то есть сколько вначале дали, столько и остается. Да. Ну. Мне надо вот это соглашение, так что покупим 250. Просто мне не совсем понятно, за какие ресурсы вообще игроки здесь борются. То есть, ну, запустить как бы, любой орбитальный там юнит. Нефть. Я что-то не вижу, чтобы она там сильно влияла. В конечном счете фероксид, ксеномасса. Культура от сетей. Титан. Производство. Так. Они получают как бы буст, да, энергию там, производство. Ты не построишь юниты без этого, ты не выиграешь без этих ресурсов. Ну и лимит армии фактически, да? Ну, и лимит. Нет, армии. Лимит. Лимит армии — это города. Ты построй техи с юнитами и посмотри, что нужно для их построить. Ну, это понятно. А вот я имею в виду, вот вы там сейчас понятно. Боретесь за эти я раскопки. Виду, это прям вот стратегически важная тема или это так? Стратегически важная тема или это так? Ну, ну, артефакты дают, из которых ты можешь собрать крутые бонусы. Ну, бонусы, это всякие там, стадии вот этой развития, да? Предтечи — это возможно совершенство. Совершенство. Любые раскопки — это шанс артефакта. Артефакты там на хитин, это, ну правда, это загнёзд надо. Так, а чё, вот если ты дошел до третьего уровня совершенства, тебя уже ребята вообще не остановят, да, получается? Тебя уже ребята вообще не остановят, да, получается? Почему? Или всё-таки шанс есть? Или всё-таки шанс есть? Почему именно третий уровень совершенства? То есть что за эти совершенства вообще там дают? То есть они как бы открывают еще до следующей техники, еще следующую техники. Открывают еще до следующей техники. Ты серьезно? Ты играл еще в Beyond Earth? Нажми на иконки совершенства вот в верхнем левом углу и увидишь, какие тебе бонусы дают совершенство. Видишь, такой круг появляется. Наводи мышкой на точке. Я на читаю, точке. Здесь армия. Я уже молчу о том, что армия апается только за совершенство. Можешь ее не апнуть, если у тебя нет совершенства. Если ты посмотришь, у тебя там на в армии, у тебя будет сказано, что апается тогда, допустим, солдаты апаются на первом уровне, на шестом уровне. Соответственно, когда у тебя есть гибрид, 6-6 они апаются. Ну, они военные-то победы здесь же тоже могут побеждать. Ну, они военные-то победы здесь же тоже могут побеждать. Уже, по-моему, 6 вариантов, как победить. Не, ну если ты будешь отставать по совершенствам, не военной победы ты не выиграешь. Да, ты ничего... Ты, по-моему, без совершенств, по-хорошему... Я не знаю, по-моему, тут... Нету победы, что прям невозможно, ну, не продвигаясь по совершенству. Во-первых, три победы конкретно самих совершенств, то есть там гармонии, как они там называются, забыл, превосходство и праведности, то есть там до 12-го как минимум надо прокачивать. Еще одна победа научная, ну, ты без вариантов будешь по технологическому дереву идти и прокачивать совершенство, то есть... Ты же за открытие технологии тоже что-то получаешь за совершенство. Если у тебя не прокачанное совершенство, значит, ты по технологиям фигово идешь. То есть тоже получается. Здесь нет не научно. Ну, я научно имею в виду этот сигнал предтеч, который или что-то. Научно, наоборот, если нашел уровень, его можно раньше всех сделать. То есть на 100-м, 120-м ходу можно уже выиграть. Контакт, ну, который так. Называется. Да, там все равно немножко надо пройти. А военную победу без совершенства ты вообще не выиграешь. Потому что ты, хоть у тебя будет там 1000 солдатиков, предположим, первого уровня, солдаты третьего уровня просто пачками будут тебя класть. И вообще ничего не сделаешь. Тебя просто приедет там пару танков и захватит всю твою, грубо говоря, империю.
То есть здесь получается технологические цепочки не очень длинные, как в ЦИВе, но зато очень сильно влияют. Адаптироваться к ситуации, совершенство. Какие у тебя есть ресурсы, как ты хочешь побеждать. Самая быстрая победа — это все-таки превосходство. Гармония и праведность — это уже гораздо дольше. Контакт — самая быстрая победа. Ну, поговорили, а я имею в виду из-за совершенства, чисто за совершенство. Да. Превосходство. Учетом того, что у превосходства очень идеально, хорошая, самая лучшая оборона. А вот сейчас игроки, вы сейчас вообще как вот планируете побеждать? Можете сказать, как он Грей, он сейчас как будет побеждать? Явно же там не победы. Ну, я могу сказать сейчас, как Грей будет вас убивать. Почему не Дип победой? Дип победой. Он сейчас подойдет, сделает себе 6-6 и просто пойдет вас на ладьи выносить. И все. Гармония 0 и 6-6 и праведность. Он же не, ты же не обязательно тебе сразу технологию доучил, технологию до определенного момента оставил. С учетом того, что Грей на воде, плюс он прокачку с инопланетян 100% взял. Не, подожди, там этот у нас Славянский Союз на 4 технологии по меня опережает. В общем, я на вашем месте очень сильно боялся Грея. Да, мы давно боимся. Да, вы, кстати, за меня... Ну, надо меня бояться, надо бояться русских. Возьмем. Вы что, не смотрите Евроньюз? Надо прокачивать совершенство. Грей, ты вроде тоже не за европейцев? Ты тоже не за европейцев? Станции здесь не восстанавливаются, да, насколько я помню? Если они как, если их убили, то новые на их месте не появятся. Они прилетают, там, по-моему, по 2 штуки на человека, а потом все. Может тоже по квесту появиться. А по квесту еще бывает, окей. Ну, допустим, там появляется станция, тебе скажут, ну, что вот надо. Пойду, наверное, где-то здесь поставлю город. Что надо морские ставить. Так, следующим ходом надо будет предложение на здоровье. Так, доки тут построены, давайте-ка еще юнитов тогда. Тем более, что мне юниты тоже здоровье дают. Так, когда следующий тут круг? На 5 уровне, надо до 5 уровня доводить. Да, в ЦИВе, конечно, партии длятся долго, а вот в глобальной космической стратегии consolewar.ru еще дольше, месяцами. Правда, там, конечно, не надо постоянно находиться в игре, и ваше время расходуется более экономно. Кстати, по игровым событиям рисуются и выпускаются комиксы. События в игре влияют на сюжеты комиксов и наоборот. Так что заходите на сайт consolewar.ru и участвуйте в игре, ссылка в описании, не
забудьте указать секретную фразу «Лёша играет» и получить бонусы. Фига ты там. Фига ты там. Так и клонов. Так и клонов. Нет, просто муха летает. Не секрет, куда это все плывет. Не секрет, куда это все плывет. Что, ты меня спрашиваешь? Я русского спрашиваю. Я русского спрашиваю. Да, русский, куда это все плывет? Твой север. Тут, честно говоря, северов нет. То есть скорее ты плывешь на Лёшин север. Понял. Так, ну, видите, тут у нас индус получается, тут я, Полистралия, за Полистралией сразу русский. За ним немец. Нет, за русским еще африканец и немец. Вот как-то так нас распределило по карте. Так, что у нас доступна модификация 4 уровня. Я превосходство стал. Давайте нападение на город возьмем, потом все равно этих юнитов нету нифига. Уровень совершенства бесплатно. Куда я потом пойду? Превосходство. Может, превосходство 5 уровня взять уже? Орбитальная зона действия над каждой клеткой с фероксидом и всеми соседними с ней клетками. Угу. Так, мне нужно запустить спутника. У меня ни одного спутника не открыто просто. Так, надо какой-то спутник будет открыть. Да, плюс 10% к производству морских юнитов. А, ну я, наверное, боевую робототехнику еще. Спутник лазерной связи, станция связи. Блин. Ну вот рассеиватель. Ну, тут нету, правда, бонусов к совершенству. А, вот ксеноси, то опять же нету бонуса к совершенству. Ладно, спутник-шпион, наверное, откроем. Так, а лазер этот где? Орбитальный лазер в кибернетике.
Далеко. Ну реально, он выходит в это в 666 и просто нападает на меня этими юнитами. То есть вот такой план. Так, я тут хочу посела защищать. Заселяет территорию. Так, док я тут, наверное, просто куплю. И будем строить резчики. Так, надо австралийцу предложение сделать. What's ours is yours. For a price. Новак, посмотри предложение от меня. What's ours is yours, for a price. Так, там у русского уже 6-й уровень. Куда он там плыл? Он поселенцами плыл. Новое еще одно предложение. Wir verfolgen viele Ziele. Vielleicht kannst du sie noch weiter voranbringen.
Интересно, где тут гнездо? Тут, что ли? Просто миазма. А, да, там на этом, действительно. Так, значит, Грей взял приобретение юнитов изданий за энергию, обходится на 30% дешевле, промышленное производство в городе на 12% и доход от торговых путей. Уже все прокачал третьего уровня, третьего, второго. Кордезас, третьего уровня промышленности и третьего уровня производства боевых юнитов. Да, интересненько. Интересненько. Ну, Куртизас, похоже, может тут вообще всех своих соседей вынести. Слушай, Нова, а у тебя что, два города и все? Ну, я хочу так играть. Ну, я хочу так играть. Круто. Достаточно, я думаю, достаточно, больше не достаточно, да. Я скромный. Так, если рядом находится дружественный юнит. Просто в минус, по счастью, я проиграл, я прям примерно понимаю, как играть, хочу играть в минус 30, это нормально. Нехорошо, но нормально. Если ты посмотришь дальше по совершенству, то 5-5-5 решает все твои проблемы. А два города, это можно даже не играть. Да, тут игра о том, что чем больше городов, тем лучше. Опять же. Здесь города можно... Они быстрее совершенствуются, да? Они быстрее совершенствуются, да? Науку тебе дают. Вот сколько у тебя науки? 51. Ага. И сколько ты тех открыл? 36 за технологию. Зато я в плюсе, по счастью. И что тебе оно дает? Ничего. Если сейчас на тебя нападут, ты не отобьешься, потому что твоего производства не хватит, чтобы отбиться. Вторых, ты просто все завязывается здесь в конце на производство. На войну и производство. У тебя этого не будет. Можно играть на высокие империи, но это очень сложно здесь. И ты там и то 3-4 города минимум ставится. Это высокое здесь.
и нужно брать нацию, не эту, как у тебя, для высокой империи. А это наоборот, чем больше ты городов поставил, тем больше. Это самая производственная нация в игре. Ладно, выносите меня уже, давайте. Ладно, выносите меня. Ну, не зевай ты так уже откровенно. Я могу гостя с городов понастраивать. Ну, боюсь, что Лёша этого не оценит. А что, у тебя есть куда ставить, как будто где-то? Пару городов есть пилотный. Извините, у меня тут стул скрипящий. Я сижу, думаю, что постоянно на записи слышно, что он тут скрипит. Ну, в общем, судя по всему, протекторат ковида, индус, Грей, он просто идет в идеал, в, не знаю, как это, не идеологии назвать, забыл уже, 6-6, то есть ему там, по-моему, праведность и превосходство 6-6 надо взять, и он получит гибридное улучшение для зачем своих... Зачем ты это делаешь? Что он там делает? Здравствуйте. Для своих резчиков, для своих морских юнитов получит улучшение, и после этого на меня нападет, собственно. К сожалению, тут такая территория, мне это... Он решил научную станцию убить, серьезно? Зачем ты это делаешь? Ты хочешь, чтобы у нас отношения испортились? Ну, вот там завязочку не с кем-то другим, прям, наверное. Мы друг другу не мешаем. Ты на воде, я на суше. Наверное, с Африкой. Вообще-то серпан, а мы с тобой рядышком. Такая у него положение, мне это чем-то напоминает, как у нас в ФФА в шестерке было, когда я за ацтеков, он за Америку играл. У него тоже, у него вариант только на меня нападать. Но проблема в том, что я отстаю по этим развитиям, к сожалению. Чего? Не тратьте весь таймер, он имел в виду. Ну тут столько юнитов, я не думаю, что они специально. Ну у него дофига юнитов, действительно, и он выйдет это 6-6 и будет на меня нападать. А мне далековато. Ну я уже не помню, вы знаете, я давненько играл в Beyond Earth. Я уже не помню, насколько сильно у него будут юниты при этом, но здесь вообще вот самое важное, это, пожалуй, получать эти прокачки для юнитов. И во время войны большое отличие. Это примерно как вот в шестой циве. Следующий уровень юнит, то есть кавалерия против рыцарей вообще практически не стоит, хотя это следующий этап в некотором смысле, да. Вот здесь, наверное, примерно то же самое будет. Хотя здесь Beyond Earth это скорее надстройка на пятую цилу больше. То есть здесь законы пятой цилы больше действуют. Ну ладно, посмотрим. Может получится отбиться еще. Доки. Ну вот сейчас будет на меня нападать тут. Без тут с самого начала это было понятно, вот по такому расположению. Мне надо больше прокачать другие эти, надо вот праведность.
Ну что, Лёш, немножко это, развлечёмся. Ну, кто как. Скорее ты развлечёшься. Всё, третьего уровня у него уже резчики. Я же сказал, так и сделал. Без вариантов просто. Просто. Пошли на лом. В смысле, почему мы так не сделали? Ну, если пошли на воду, то нужно сразу на это рассчитывать, что такая ситуация. Обязательно. Это классическое. Ну, извините, мне не хватило технологий. Ты брал военную ветку? Да. А инопланетян фармил на воде? Нет, нет. Ну вот твоя ошибка. В смысле, моя ошибка? Ну, он фармил инопланетян. Откуда ты думаешь, у него столько? Он фармил инопланетян. То есть ты берешь, взял правую ветку 20 совершенства, да, процентов. А там еще есть за убийство и за гнезда. Соответственно, он так, а если у меня нет гнезд вообще? То есть, ну, что мне сделать в этом плане? Надо было тогда... У меня не было... Я нашел вот одно гнездо вообще за всю игру. Вот только недавно, только вот здесь. Если ты это нашел, надо было селиться на суше. Да не, не, на самом деле. Значит, селиться на суше. Ну это бред. То есть находится. Я селюсь там, где удобно, где есть производство, где есть хоть что-то, какие-то эти. Селиться на суше, не ожидая, чтобы на тебя никто не нападет, но это тоже. Только ради того, чтобы никто не напал. Потому что ты не сможешь. Если ты говоришь, что ты так сделал, ты не сможешь отразить его натиск. Единственное, если сейчас вот... Ну да, проблемы, ну, блин... Если единственное, сейчас быстро догонит и поможет тебе. Потому что все остальные, так смотрю, помочь тебе не могут. И я вообще на сухопу. То, что он на меня нападет, мне было понятно с самого начала игры, просто потому что у него расположение такое. Он может напасть только на меня, и все. А в плане развития, ну, у меня хуже. Не селиться на воде, это просто тупо. Нет, это не тупо. Типа, не селись на воде, иначе на тебя человек нападет. Ну, так типа, меня развит, тогда я проиграл игру просто и все. В воде ты должен, соответственно, вот, и против вот этой стратегии работает только такая же стратегия. Если хоть один человек есть на воде... Ну, посмотри, в дипломатии мне не хватило трех совершенств. Да нет, я убил 5, не знаю, 10 инопланетян максимум за эту игру. Он потехом вышел, я думаю, судя по дипломатии. То есть он... Я вот тоже мне сейчас... Я поставил открыть, типа, чтобы добить превосходник... Кто там? Гармонию до 6 уровня. Но у меня просто не... Я не успеваю. No lies now. Города захватываются. Ну, тут просто нету защиты вообще в городах. Нифига. Вы открыли... юниты с одного удара. Но у него сила 60, а у меня 30. И вот видите, третьего уровня, то есть у него прокачанный в данном случае у него 6 гармонии и 6 превосходства. То есть... Нового
Я, конечно, соглашусь на это, но это самое бесполезное, что ты можешь взять, если я не ошибаюсь. Нет, это излишне. Вот, 6 вы увидите, 6-6-6-6. Можно поставить плюс 24 боевой мощи. Плюс 24 боевой мощи. Вот это самое крутое. Потом 11 уровень, видите, то же самое. То есть тут нету смысла идти до 11, когда можно... Когда можно вот такой гибридный взять. Ну, соперник этим намного быстрее туда вышел. Мне не надо было ни... Что я тут открывал? Меньше на превосходство. Ну хотя терраформеры все надо было открыть. И быстрее открывать техи, которые дают, видите, плюс 24. То есть это считайте уровень. Это считайте уровень. Даже больше, чем почти 2 уровня. Это такой на 24 очка открыть. Так, в чем боевая робототехника? Что-нибудь подешевле есть? Баллистику давайте, 4 хода. Я еще раз говорю, здесь нормально, вот до 20 считай, вот особенно пока ты 5-5 не взял, это нормально минус 20. Когда воюют, люди до минус 60 доходят, это не страшно. Минус 20 это нормально. Если мне не веришь, спроси у других ребят. Ты, походу, первый раз играешь. Да, минус 20. Ну ты посмотри, какие штрафы там. Я бы сказал, меньше минус 20 уже не очень, потому что на производство идет штраф. Штраф. До 20 ты по-другому никак, а иначе ты просто проиграешь по определению. По твоей нации надо ставить вообще как минимум городов 10. Просто всех промкой задавить, вот и все. Распилили бы сразу. А что тут пилить? Тут эти два города. Вот главный соперник был. Двадцать четыре силы разницы между юнитами. Это, конечно, круто. Лёша, а расскажи, какие ты тихи открывал. Много разных, не знаю, как, в каком смысле, какие. По какой-то... Куда ты шёл по дереву технологий, так сказать? Ну, я открыл... В последнее время я открывал то, что мне дает очки превосходства этого, совершенства. Видишь, нет, что техи листья дают плюс 24 очка совершенства, чем, а
эти техи ветви 8. То есть надо смотреть, какая теха тебе, какое совершенство тебе надо, и открываешь. Ну, там, ну и, соответственно, еще выбирая какие-то там. То есть плюшки не смотришь, просто смотришь, нет, насколько совершенство, да, понимаешь? Просто смотришь, насколько совершенство. А юниты? Нет, я смотрю, в первую очередь я смотрю, какие мне очки и совершенства нужны, а потом какие там плюшки это дается. Там же тоже есть разные варианты. То есть там, например, можно автономные системы открывать, а можно энергетические системы открывать, если ты хочешь очки превосходства получить. Ну, последнюю тех, которую закрыл, какая? Последнюю тех, которую. Прям какой-то допрос. А чего ему терять-то, ему все равно выносит. Давай ты у кого-нибудь другого поспрашиваешь. Грей, ты здесь? Грей, ты здесь? Я не открываю техи в этой игре, они не нужны. Грей с нами не общается. Вы меня не слышите, что ли? А я просто не общаюсь, окей. Ну скажи, какую тех ты открыл, Женя. Ну скажи, какую тех ты открыл. Да какая разница, ни на что не влияет. Мне просто в целом интересно, как ты играешь, как просто управление. Ну все, что тебе правильно сказали, ты открываешь те техи, которые тебе дают очки совершенства. Ну вот и все. Какие ситуативно. Почему это такой секрет? Да какой секрет-то, блин? Ты ходишь какой-то шаблон, ты будешь, если мы тебе скажем, в каком порядке мы открывали тех, ты будешь этот шаблон теперь в будущем использовать, что ли? Нет, мне не интересен шаблон, мне просто интересно, куда вы пришли к концу игры. То есть какая теха у вас последняя была? Я вот сейчас баллистику открываю. Все, ты спокоен теперь. То есть ты как бы не рвался каким-то сверхдорогим техом. Конечно нет, ты их пока сверхдорогие техи откроешь, они... Народ по совершенствам... Ты открываешь, ты берешь в первую очередь те, которые дешевле и быстрее тебе совершенство дадут. Баллистика вот три хода открывается. Даст 24 очка праведности. То есть это, считай, как минимум плюс один уровень. Ну полтора даже, плюс полтора уровня. Еще одну такую теху из листьев на праведности. Я считаю, плюс 3 уровня праведности. Леш, ну все, я тебя понял. Ладно, дальше можешь. Ну все, я тебя понял. Ладно, дальше можешь. Время, да? Давненько я не играл, конечно, в Beyond Turks. Продавать все, или тут невозможно это сделать. Так, Леш, у тебя город упал, да, я смотрю. У меня вообще-то уже 4 города упало. А че, русский не помогает?
что, русский не помогает? Ну, а смысл ему на самом деле помогать тут? Тут и далеко плыть. Русскому... Мог бы меня распилить и... Да, русскому проще, мне кажется, тебя захватить и все. С другой стороны давить. Кутизар, чё ты не вступаешь в войну? Союзниками. В смысле не вступает? Он мне юнит убил уже. Какой юнит? Сильный. Скаута? Нет, этого. Спутник какой-то. Хоть познакомимся. А, точно. Курдезас в войне с Индией. Намасте. Вот Грейт, такая девушка симпатичная. Воюешь со всеми? Я со всеми воюю, ни разу подобного. Только с одним человеком. Остальные сами вармунгер. Разгром. Зря только выходил. Ну, на самом деле, видите, Beyond Earth еще более военная получается игра, потому что здесь в первую очередь ставишь города, строишь юниты начального уровня, которые потом будут апгрейдиться. Вот видите, сколько настроил, не знаю, там, мне кажется, юнитов 15-20 у него как минимум есть, вот этих резчиков. А дальше дело техники по технологиям, открыть те... техи, которые совершенство до шестого уровня доводят. Для этого надо больше городов, много городов, и особо там зданий не строить. Такой скорее варгейм получается, чем стратегия. С
следующим ходом походу ГГ у меня тут. А Грей еще хотел этот альянс североморский брать. Я хотел. Ну да. Я не хотел. Кто-то другой говорил. Кстати, североморский альянс, на мой взгляд, слабее. Чем кто? У него развитие медленнее, чем вот такой город на побережье. То есть, когда у тебя стоишь город на побережье, ты там рабочих делаешь, исследователей очень быстро вначале, да, с Титаном. Угу. Когда у тебя город на воде, ты делаешь только корабли быстро, но все остальное очень долго. И в итоге развитие на старт реально медленнее получается. Как бы это ни было странно. Там старт медленнее. То есть это все поздно. То есть первые 4 города ты закладываешь там до, ну, 25-го хода, да, соответственно. Тебе надо под них рабочих построить, а и исследователей, чтобы сушу исследовать, а в итоге все дольше. Чего бы он победил? Он только меня захватил. А тут еще народ, я думаю. К минимум Курдезас против. О, Святослав уже захвачен протекторатом Кавиты. Сырой Куртизас не был особо готов. Он дальше, кстати, по праведности пошел почему-то. Играл из Свермарский альянс. У тебя 250 защиты в городах, и ты можешь проиграть, просто потому что не успел, как бы. Защита не самое важное в этой игре. Мы считали себя непобедимыми. Если вам интересно, чем закончилась партия, то после того, как я погиб, Грей пошел на Курдезаса, на Славянский Союз. На тот момент у Славянского Союза было отставание по развитию, меньше войск, пришлось отступать. Ну, вы видели, пока меня захватывали, там и у Славянского Союза захватывались города. Африканец вместо помощи взял нейтралитет. Полистралия даже войну кинула. Ну, Полистралия там 2 города. Он, собственно, не игрок и не боец был в этой партии по-хорошему. Грей взял еще плюс 100% защиты для кораблей. Но Славянскому Союзу как-то удалось отбиться, и он захватил 2 города Полистралии. А Интегр, Кирсан, который играл за Интегр, он захватил африканца. После чего протекторат Кавиты, Грей запускает спутники связи, хотя ни Славянский Союз, ни Интегр еще даже не изучили технологии для выхода в чудесную победу. Славянский Союз пытается договориться с Интегром, чтобы напасть на протекторат Кавиты, но у них не получилось пробить протекторат Кавиты. Тем не менее, столицу африканца они отбили. После чего Курдезас за Славянский Союз отогнал войска Грея назад, сделал кучу катеров,
мастеров и телепортировал их с четырех сторон на Грея, это с помощью спутника. Интегр тем временем пытался разграбить поселение землян, которые дают победу чудесную. В общем, в итоге Грею не хватило одного хода до победы, когда они его захватили, протекторат Кавиты. Далее уже вдвоем остаются Славянский Союз и Интегр и воюют между собой. В итоге Славянский Союз выносит Интегр и в игре побеждает Курдезас. Вот такая была в дальнейшем, я думаю, интересная борьба, из которой меня слишком рано выпилили. Спасибо, что смотрели эту партию. Я думаю, ну, я не буду говорить, что часто, но иногда Beyond Earth на канале будет появляться. На этом все, играйте в умные игры. Все, пока всем. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халец, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.